должно. Говорила. Ну, кто ж знал, что такие времена настанут? Почитали через одну сотню лет книгу сказок, читали, зачитывались, обращались с ней бережно, аккуратно. Опять книгу куда-то зашвырнули. Уже третий раз на сегодня. Да чтоб тебе пусто было! Да чтоб тебе... Найду, не знаю, что с тобой сделаю. Ну и что ж ты сделаешь, старая? Не твоего ума дело. А вот тут и одно, что ничего не сделаешь. Пока этот кто-то книгой по праву владеет, ничего. Так что давай бросай свои перемещения. Попробуем хотя бы вспомнить, что, зачем, в какой сказке происходит. Ох, охонечки, хо-хо. И что, даже ни одной странички за сегодня не прочитали? Далеко гляжу,
книги разные читали, там они остановились. Уже полгода, как на моих часах 12. И ни туды, ни сюды. А 12 дня или ночи больше не припомню. Вот и моя сказка остановилась. Какой месяц уже, Варвара, краса длинная, коса у меня в башне томится, а Иван-царевич не думает ее вручать. Скучно, голубушка, скучно. Часики славные, береги их. Анечка, вариант. Вы хотите, вам презентую в качестве глубочайшего уважения. Спасибо, не надо. У тебя понадежнее. В смысле, сказка не моя, зачем мне чужое? Мне чужого не надо, но своего девать некуда. Нет, так может быть и хорошо, что ваша сказка остановилась в вашем владении. Варвара краса длинная, коса у вас, Иван-царевич лишь одни знания, да и ваша смерть, что хрустальная птица, на конце и вы, целее будет. И как только у тебя язык повернулся, в тайне сия велика. И главный цель, яйцо в утке, утка в зайце, зайц в руке, сундук на цепях на дубе высоком. Тайну сию уж, наверное, прочь крем с колотком знаю. Я же говорю, скучно, старо и несовременно. А вот насчет сказок, сказки должны идти своим чередом, так предначертано. Даже я не властен над естественным ходом событий. Да, Тимок, ты тут как-то не по ранжиру встрял. Согласна я с вами, ваше злодейство. Покуда наши сказки читают, тридевятое государство живет, поживает, и все как по описанному, своим чередом идет. Так что же ты, ворона такая, раз этакая, свое дело не блюдешь? Для чего ты здесь поставлена? Не губи, благодетель, не виноватая я. Где книга сказок, где хозяин книги, почему до сих пор не здесь? Спалю, порошок сотру. Совсем рвением. Хотели да, так сказать? Я же к людям есть по 10 раз знаю. И туда, и сюда, сюда, и туда. Не покладаю рук, так сказать. Хватит причитать. Давай дело делать, пока Змей Горыныч не объявился. А то он мне своим
книжка по тарелочке, по серебряной. Покажи мне тарелочку, где книга сказок заветных, где хозяин ее без ответа. О, заработала! Наконец-то! Давай, давай уже! Ух ты, Бога! Это что за писанина? Как что? Директор начальный, кто тарелочку сделал, кто яблочко вырастил, кто репортаж смонтировал. Хлопотное это дело. Добрый день. Начинаем репортаж. Отчет на ваш официальный запрос. Даю крупный план книги сказок нашего 39-го государства. Она Россия. Тихо! Даю крупный план полноправной хозяйки книги сказок текущего столетия. Ну? Полноправной хозяйки книги сказок текущего столетия. Извините, надену очки. Ну? Полноправной хозяйки, Настенька. Наконец-то! Попалась еще. Как же я это ненавижу. Я бы их всех. Где живет, поживает, поживает, сказывай, ну? Запрос принят. Сканируй. Запоминайте, запоминайте. Второго раза не будет. Это еще почему? Так ведь тарелка не из моей сказки. Ромин. Точные координаты. Людская явь. Вверх 1, 2, 45, 16, 2, 0, 0, 0, X. Вниз направо 99, 85, 17, 33, 0, 0, 0, Y. По диагонали 1283, 71, ха-ха, шутка 72. Прямо, прямо, через 100 метров, поверните наискосок и поперек. Домофон номер 13, третий этаж налево. Thank you.
пришел. Я тебя вместе с книжкой с собой забираю. Да никуда я не полезу. Вылезай. Вылезай, пока я добрая. Отстаньте, бабуля. Да не репейся ты. Мы твои книжки, свою картотеку, библиотеку в порядок приведем. Ты ее маленько почитаешь, сказки своим чередом пойдут. Мы тебя назад вернем. Вылезай. Бабушка, с вами все в порядке? Вы не вредите? Я так понимаю, ты меня сейчас дурой назвала. Я этого не говорила. Но намекнула. Ох, Настенька, разозлила ты меня. Пеняй на себя, дурёк. Чуфырь, 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 балды. Чуфырь, чуфырь, балды, пупырь. Бабушка, а может вам водички принести? Ну не встревай, запутаюсь. Пупырь, 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 пупырь. Тьфу ты, сбила. Пупырь, пупырь, балдырь, колдырь. Ну-ка, Настенька, завертись и в козявку превратись. Быть тебе, дурёха, комаром надоедливым. Ну что, козявки-то неразумные, с бабушкой Егой тягаться вздумал. Да вот так бы тебя на ладошку положила, а другой бы прихлопнула. Да нельзя. Вылезай в мешок, насекомое. Ну что, дело сделано, пора и домой вертаться. Что за люди? Муравейников себе понастроили. Ни тебе печки с трубой, ну ни тебе в крайнем случае камин с дымоходом. Ключ на старт. 3, 2, 1. Поехали! Thank you.
объективность. Ну тебе же сказали, руками ничего не трогать. И отойди от стола, ты здесь пока еще не своя, легнуть может. Ой, вы извините меня, пожалуйста, я не знала, что книга такая важная. Выстрепалась она у меня со временем. Пустяки, ей времени почем. Чем ее больше читаю, тем она новее становится. Ой, часы, а у меня такие же в комнате стоят. А вот тебе, Настена, схорониться бы надо.
зачем ее искать? Она всегда при мне. Вот, смотри! Ух ты! Какое большое! А почему оно круглое? Спецзаказ. Можно подержать? Нет, нет, простите, это слишком личное. Хотя, при вас тут должна быть одна потрепанная книженция. Вы мне книжечку, а я вам яйцо. А зачем вам книга? Ой, знаете ли, я библиофил. Люблю почитать на ночь что-нибудь эдакое. Ну, естественно, с возвратом. Ну, если только с возвратом. Не верь ему, Настя. Он свою сказку перепишет. Варвару Красотлину косу за себя замуж выдаст. Его на царевича погубят. А потом над всем сказочным людям чебрякаться станет. Молодец, Тимоха. Вот сейчас я тебя прямо-таки зауважала. Простите, ваша голова, слышу. Согласна. Эх, так я и знала. Сломалась девчонка. Эх, трусиха. Выгибай предвзятое государство наше. Собирайся. Держи, только не разбей. Немного почитаете и все? Ну, как сказать? Одну сказочку подправить бы, конечно, надо. Да ты не волнуйся, никто и не заметит. Так вот, Кощей, не бывать этому! Погибай, злодей! Ой, чего это оно? Погибай, злодей! Да как же так-то? Вот что за люди, а? Доверишь им свое самое дорогое, а они норовят возьмут, чтобы дарахнуть. Я думала, вы, Кощей, бессмертный, всеми уважаемый, вредный старичок. А вы, оказывается, просто мелкий врунишка. Да как вам не стыдно? Вот сейчас и стало стыдно, но ненадолго. А вот за старичка очень даже обидно. Значит так, книгу в печь, а девчонку на цепь, и гори она огнем. Не смей книгу сжечь! Что? Это что же получается? Кто сильнее, тот и прав. А ты как думала, глупенькая? А вот и нет! Это только по первоначалу злые всегда сильнее. Вызываю вас на бой! Кощей! Молодец, Настена! Видать, задумала чего? Ага. Куда это вы меня, барышня, вызываете? На бой! Сейчас возьму и превращу вас в хозяйку!